Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему присутствует страх перед сменой деятельности? Мне 22 года, получила высшее экономическое образование в сфере услуг. Проработала полгода по специальности, поняла не мое. Занимаюсь стрельбой, как любитель, до этого училась в кадетской школе. Всегда меня тянуло к спорту, оружию и всему подобному. Сейчас подумываю получить профессию инструктора по стрельбе. Но почему-то боюсь решиться на первый шаг. Боюсь, что не получится, тем более в этой деятельности в основном одни мужчины. И как они воспримут девочку, неизвестно. Вдруг будут насмехаться или шуточки отпускать. Не знаю, где взять смелости, не поздно ли менять вот так кардинально сферу деятельности. Буду рада советам и словам психолога. Я должен сказать, что психологи не дают советов, именно. Я должен это обязательно сказать. Вот. Потому что это важно. Психологи не дают советов, поэтому тут никакого совета, по крайней мере, от меня вы не услышите. Я думаю, что вы каким-то образом не принимаете свою женственность, если честно, судя по вашему описанию. Мне вот, по крайней мере, очень сильно так показалось, что вы не принимаете свою женственность. То есть, ну, будут смеяться, ну и что? Если вы на самом деле хотите заниматься тем, чем вы занимаетесь, если вы на самом деле хотите делать то, что вы делаете, то какая, собственно, разница? Смеются над вами или нет? Да? Вот. Ну, то есть, вы просто занимаетесь тем, что вам нравится, и все, на мой взгляд. И если вы не можете так, то есть, если вас волнует, кто что о вас подумает, если вас волнует, будут ли смеяться, то это вопрос не совсем про страх. Это вопрос про то, что вам обратят ваше внимание на сомнения, которые у вас уже есть. Какого рода эти сомнения? Имею ли я право заниматься тем, чем хочу? Одобрят ли меня другие люди? Как вы понимаете, это прямо нас отсылает к тому, что вы в себе что-то не принимаете. Или стыдитесь, например, своих интересов. То есть в условно таком патриархальном мире, который вы описали, вам, возможно, на самом деле сложно представить, сложно как-то допустить, что вы можете заниматься тем, тем же. Чем занимается мужчина? Хотя абсолютно
ничего такого в этом нет. В данном случае, на мой взгляд, гендерное разделение, гендерное разграничение находится только у вас в сознании, к сожалению. И связано оно, повторюсь, именно с тем, что вы себя не принимаете. Вы не принимаете себя, ну вот такой, какая вы есть, на мой взгляд, повторюсь. Вот. И, в этом направлении, как мне кажется, вам и нужно работать. То есть я бы сказал, что вам довольно сильно не хватает вот этого вот принятия. Вот. Довольно сильно вам не хватает вот принятия себя. А раз не хватает, то вы и вот как раз таки пытаетесь это как-то, ну, компенсировать. Вы пытаетесь, ну, обезопасить себя в этом смысле. Вот. Но только, конечно же, я бы сказал, ну, не совсем у вас это получается. Как-то так. Кроме того, есть очень важный момент. Он заключается еще в том, как мне видится. Он заключается в том, что вы, вероятно, опять же, не до конца понимаете, я чего хочу вообще. Но мне всегда это нравилось, да, мне это нравится, супер. Ну, мне этого достаточно? То есть, достаточно ли мне того, что я занимаюсь тем, что мне нравится, просто потому, что мне нравится. Мне этого достаточно? Или нет? Согласитесь, важный момент. И как мне видится, вам этого недостаточно. И вот есть такое ощущение у меня. Я, конечно, не берусь утверждать наверняка, само собой. Есть у меня такое чувство, что вы ну, я не знаю, постоянно, не постоянно, конечно, не могу этого знать, есть ощущение, что вы боретесь
вот есть ощущение, что вы прямо-таки вот как будто бы постоянно боретесь пытаясь отстаивать свое право на жизнь. Вот. Свое право на жизнь, свое право на интересы, свое право на увлечение, на желание, на потребности, на ошибки. Вот все время, как мне видится, я повторюсь, я могу ошибаться. Но вот все время вы находитесь в этой борьбе. Ну, это тяжело, вообще-то. Тяжело так постоянно бороться. Тяжело так постоянно преодолевать что-то. Препятствия, они бесконечные. Они не закончатся в определенный момент вашей жизни или жизни кого-то. Нет, они не будут всегда. И самое вот что неприятное, это то, что вы готовы, судя по всему, готовы потратить на это преодоление, доказывание много своего времени, много своей жизни, времени и жизни, которого вам никто не вернет. Понимаете? Ну вот, буквально, вам никто не вернет. А вы готовы как-то вот на это тратить свое время. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю так. Я думаю, вам очень сильно не хватает принятия себя. Думаю, что очень сильно вам не хватает ощущением, что с вами все хорошо, ощущения, что с вами все хорошо, вот. Вам этого не хватает, как мне видится, как мне кажется. Ну, вот. И вы вот как-то привыкли бороться, что ли. Ну, хорошая новость заключается в том, что бороться все время и бороться постоянно не обязательно. Совсем не обязательно. Но этому нужно учиться. То есть вот я бы, конечно, соврал, если бы сказал, что, что можно вот так вот просто взять и перестать. Я бы соврал, если бы
так сказал. Поэтому я рекомендую вам пойти на психотерапию. Вот. Я рекомендовал бы вам пойти на психотерапию, рекомендовал бы вам вот работу над собой. Но это решать исключительно вам. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Дальше обращайтесь.